же говорил то, что в пещере 100% кто-то есть! Ну тогда давайте кровосесть! Валите быстро! Так, давай! Оп, одного кокнул! Так, патроны кончились, перезаряд! Да чё ж вы все на меня-то бежите, я не понимаю! Да, Стёпа, вали их вот эти, вали их шариками своими водными! Будь хотя бы в чём-то полезен! Ага, на меня бежишь, и ты тоже на меня бежишь! На! Так, мелкий садик, добивай его, добивай своей рогаткой его, давай! Так, все. Вроде со всеми разобрались, но вы как бы не расслабляйтесь, а то фиг, мы не знаем, сколько там вампиров еще внутри в этой шахте могут быть. Я первый, вы за мной, не отставайте, самое главное... Гена! Лена! А Лена-то тут что делает? А вы мне что, ничего не сказали, партизаны, то, что граф Дракула и Лену похитил? Или вы, походу, сами это не знали? Так, Леночка, сейчас я тебе рот отклею. Так, да дайте мелкий развязывай Гену, а ты, Стёпа, развязывай вот этого Елену. Гену, а граф Дракула 100% где-то здесь, в этих шахтах должен быть. Только фиг его знает где. А может он здесь просто своих вот этих заложников держит, а сам уже давным-давно умотал отсюда? А чё тогда здесь вот эти вампиры делали? Вот ты где главное, кровосися! А чё за тёплый такой прием? Неужели ты меня здесь ждал, а? Ну что, пришел встретить свою смерть? А, да, так и да, пришел смерть свою встретить. Этот мелкий, иди сюда, подойди сюда, будем смерть свою встречать. Стёпа, а ты развязывай Гену, иди сюда. Да, мы вот так решили то, что это главное кровосися, ну, нам нет смысла с тобой сражаться, ты же бессмертный, тебя никак не победить. А мы кто? А мы просто обычные смертные, поэтому да, мы пришли сдаться тебе. Ну, наконец-то ты понял то, что ты слабак. И тебе меня не победить. Весь этот город будет моим. Никто не вправе мне указывать, что с ним делать. Ой, посмотрите на него, какая грозная кровосися. Но подожди, перед тем, как умереть, я тут посылочку тебе принес. Твоя вот эта бывшая женушка, вот эта бабка Ёшка, она сказала то, что перед тем, как ты наскокнешь, чтобы я тебе супчик передал. Поэтому давай, я его тебе дам, а ты нам скажешь, вкусный он или нет! Лови, кровосися, проклятая! На! И... Это что такое? На самом деле, я сам не знаю. Но это мы как раз и сейчас и выясним, работает ли теория подписчиков в комментариях или нет. Ну, Людмилка у них нехило так штырит, нехило. А что-то там произошло? Ты это видишь? Что-то произошло? Людмила, а ты как себя чувствуешь, а? Сейчас мы это проверим, а ну вот ты... Ага, так, ну другой вот этот обычный кровосися нам не нужен. Людмилка, подпрыгни, если ты в здравом уме. Ну все, кровосися главное, я сдаюсь. Забирай меня, можешь меня кокать, Людмила. Ты можешь отсюда выходить и бежать к себе домой. Давай, потом с тобой поговорим. Все, кровосися, граф Дракула, вот это, убей вот это, кокай нас, давай. Вам никогда меня не победить. Я буду вечно править этим городом! Да, но ты так близко ко мне не подходи! Ты туда, чуть дальше от меня отойди, как бы социальная дистанция, карантин! Ай! Больно! Так тебе больно то, что я тебя толкнул? А ну, мелкий, запердохай ему вот это из рогатки по челюсти, давай! Опа! Больно! Ты же мне в голову камнем попал! Я ничего не понимаю, что происходит! Как печально, да, для тебя то, что тебе больно, но не для нас. Так что оно оказывается? Ты больше не вампир, граф Дракула. Ты человек обычный, граф, это пописякула. Да я вас сейчас всех на кусочки порву.
Да, то с одного выстрела я тебя кокнуть запросто смогу, граф Дракула. Ты на это тоже рассчитывай. Что вы со мной сделали? А вот за это своей бывшей женушке, бабке Ёшке, скажи спасибо и не рыпайся. Так, твои последние слова, ты что-то хочешь сказать? А, неважно, я тебе и так рот заклею. Опа. Ага. Не, слушайте, ребят, мы на самом деле его кокнуть как бы запросто сейчас можем. Или подождите, у меня есть одна идея, что с ним можно сделать. Берите его на поводок и тащите за мной. Давай, давай, дракуленок мой, не отставай от нас. Не, ну а чё, как бы, он Стёпу туда повесил, он думал то, что Стёпе приятно. Ну пускай сейчас там сам висит. Когда надоест, скажешь, мы тебя снимем, ага. А, ну да, у тебя же рот заклеен, значит, ты не скажешь. Ну, значит, мы тебя оттуда никогда не снимем. Не, ну, я что-то не знаю, бомжар, но мы с ним так давно не виделись. Мы с ним последний раз виделись, я не знаю, несколько недель назад. Да мне кажется, что он меня даже уже забыл. Я сейчас зайду, он меня даже не вспомнит. Да, вот вы с ним хорошо там ладите, мне кажется, он меня даже видеть не хочет, да, бомжара? Да давай заходи, что ты боишься? Он тебя все это время ждал. Да? Прям ждал? Так, ладно, все, тогда я захожу. Я не боюсь, я взрослый мужик, мне 25 лет, скоро на пенсию уже надо. Так, давай, боже. Титикака! Ты тут? Это самое, я вернулся, мы с тобой давно не виделись. Ты меня еще помнишь? Ты как тут поживаешь? Ты там? Выходи сюда! Не боись ты! Выйди сюда на меня! Давай! Я вернулся! Давай, ближе сюда подойди! Ближе! Папа! Не, я не папа! Я просто тот, кто пока за тобой следит, пока вот это родителей твоих не найдет! Папа! Да никакой я не папа! Слушай, мелкому не надо братика! Я не готов быть настолько многодетным отцом! Не! Ну, я вижу то, что все у вас здесь хорошо! Да, Леночка, как вы поживали здесь? Воссоединение семьи! Отец и сын! Как это мило! Да никакой не отец! Да что вы там несете? Ну, Титикака, я вижу, тут все хорошо, да, у тебя было, вижу хорошо. Ну, мы его просто здесь оставили в этой мэрии на несколько недель. Что ему вот это в разборке ввязывается с этим графом Дракулой? Все хорошо здесь. Бомжара, подойди сюда на минутку. Так, Титикака, ты стой там, бомжара, подойди сюда на минутку. Мне надо, чтобы через 5 минут ты пришел в центр города, и мы с тобой там встретились. Главное, Леночку Ветрянкину с собой не бери и ничего ей не говори. Не надо ей вот это сердце разбивать. И Титикаке тоже ничего не говори. Все, Титикака, мы с тобой еще когда-нибудь встретимся. Все, оставайся здесь и самое главное, не грусти. Самое главное, не грусти, если мы с тобой больше никогда в жизни не увидимся, ага. Все, бомжара, я тебя жду, не опаздывай. Так, все, потопали. Кровосися, проклятая, висишь, ну виси ты у нас будешь как городское украшение, а я тебя оттуда никогда не сниму. Виси там. Так, Степе надо забежать, Степу надо предупредить. Стёпа! Ты дома? Стёпа, открывай! Я попрощаться пришел! Стёпа! Да ядрить, да колотить! Да! Чё вы там делаете? Мать моя женщина! Чё под водой разбрасываетесь? Это тебе, Ритка, Стёпа вот эти шарики водяные дал, которыми вот этот против графа Дракулы, да, сражался? Чё вы друкаете-то друг друга? Вы успокойтесь, я со Стёпой пришел поговорить. Ребят, ну успокой, ну семейные проблемы надо решать тогда, когда посторонних нет в квартире. Стёпа, ну подойди ты сюда, господи!
сумасшедшие! Да ты подожди, тут эта жена ненормальная, с ума сошла опять! Ритка, ну вы успокойтесь, да успокойтесь, вот это безумное, вот это старпер... Да, успокойтесь со своими водными шариками, вы же сейчас всех соседей снизу затопите! Степа, буквально на минуту сюда, на минуту подойди! Ритка, успокойся, я тебя прошу, подойди сюда, Степа. Короче, через 5 минут с тобой встречаемся вот здесь, на перекрестке. Свою сумасшедшую женушку с собой не притаскивай, все? Хорошо, Ритка, ты не приходи, я тебя вообще видеть не хочу. Ага. Мать моя женщина, самая чокнутая вот эта семейка в этом городе. Так, дальше у нас Гена Петрович. Новая халупа Генки. Он же вот здесь живет, вот в этом подъезде, потому что мы ему скинулись всем городом баблишком и купили ему здесь новую квартиру. Генка, ты дома? Я это самое, попрощаться пришел перед своим уходом. Ген, да чё, кто-то двери не открывает в этой серии, а? Гена, ты дома? Мать моя женщина, тебя чё эти тиктокеры вампирские, вампиры тиктокерские заразили, Ген? Ах ты, собака, папи, ты думаешь, что я не видел, чем ты сейчас здесь занимался, а? Ой, да, а чё, не, это не то, что ты подумал. Это то, что я подумал, Гена, в тикток себе зарегистрировал, да, и вот этот вампирский тиктокер, в смысле, тиктокер вампирский, весь город поперезаряжали своими вот этими танцами. Ладно, мне без разницы, чем ты тут занимаешься, пока мы с тобой не видимся. Через 2 минуты... В центре города, на перекрестке. Встречаемся, не опаздывай, я попрощаться пришел. Давай, Гена. Ага. Тиктокер сраный, ага. Ну и последний. С кем мне меньше всего хочется прощаться, но прощаться придется. Мелкий! Пописяка, ты дома? Конечно, дома. Где ты еще можешь быть? Спускайся сюда вниз, то только аккур... По лестнице. Лестница же здесь есть, не перестань прыгать со второго этажа. Так, Мелкий, иди сюда за мной. Время пришло тебе кое-что рассказать. Так, ждем, пока все здесь соберутся. Сейчас бомжара прибежит, сейчас у Геннадий Петрович прибежит. Стёпа! Ну выходи ты уже на улицу, я же сказал 5 минут. 5 минут уже прошли, уже давным-давно все здесь должны были быть. Бежит. И бомжара бежит. И Геночка бежит. Все здесь собрались, да? Только, Степа, я тебя просил Ритку не звать. Я просил, чтобы ее здесь не было. Ну чё ты притарабанилась, Рита? Ну я тебя даже не звал. Да она меня заставила, я сам ее звать не хотел. Ну ладно, у вас там семейные разборки были, поэтому... Ладно, так, Мелкий, иди стань туда передо мной. Короче, пожалуйста, только не отговаривайте меня, не переубеждайте меня, ничего мне не говорите, то, что я дурак, как я на это согласился, и вот эту фигню. Но, ребят, несколько дней назад я заключил маленькую сделку с бабкой Ёшкой. Она все же вернулась, она все же меня нашла и почти кокнула, но у меня получилось ее переубедить. Только благодаря бабульке мы смогли словить вот этого графа Дракулу, потому что она дала мне свое самое редкое зелье, с помощью которого я превратил его в обычного человека. А я ей пообещал то, что, ну, после того, как мы словим графа Дракулу, она меня кокнет. Вот. Кого? Мы тебя не отдадим? Кого? Чё? Ребят, это был уговор, это было условие, что бабулька не кокает меня тогда, а помогает спасти весь город. Вот, кстати, карга старая на своей вот этой метле ведьмовской прилетела. Вот, бабулька, мы как раз таки тебя вспоминали, как говорится, вспомнишь говно, вот это вот и оно. Ребят, это бабулька не причинит вам никакого вреда. Мы с ней договорились заранее. Бабулька, подойди сюда, пожалуйста, подойди вот сюда, подойди вот сюда. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Если бы не она, мы бы не победили в этой войне против графа Дракулы. А так, потери небольшие. Всего лишь закончится весь сериал «Жизнь ютубера», и всего лишь бабулька меня кокнет. Ну вы же сможете дальше сами жить здесь без меня, ну не жизнь на этом не кончается, да? Ну, подождите, разве что, если бабулька вдруг за это время передумала и больше не хочет меня кокать, а, бабуль? Милок,
Уговор есть уговор. Мы с тобой договаривались, то что я тебя кокну. Все, время пришло. Вот о чем я вам и говорю. Спрячь рогатку, мелкий. Не, конечно, подписчики в комментах много чего там интересного писали. Договорили, вот, допустим, Эдисон. Вот возьми свой дробовик, перезаряди его. И ты же можешь в любой момент выстрелить в бабку-ёшку и кокнуть ее. Да, зачем и сдаваться? Но бабулька же не такая тупая, да, чтоб просто взять и кокнуть ее. Милок, ну ты меня за дуру держишь, что ли? Я заранее к нашей встрече уже подготовилась. Вот и я говорю, то, что бабулька не такая тупая, как кажется на первый взгляд. Все, долго с вами прощаться не будем, время уходить. Все, бабулька, давай веди нас, пока они здесь не разрыдались. Мелкий, вот это, Степа или Гена, усыновите мелкого. У тебя будет хороший отец в будущем, а меня не вспоминайте. Закончится жизнь ютубера. Ну и до свидания. Значит, время пришло. Все, давай, бабуль. Не надо за мной идти, оставайтесь там, где вы стоите. Ну, мелкий. Ну ради меня, ради себя, ради всех остальных. Ну все будет хорошо у тебя. Ну, договоренность есть, договоренность. Если бы не бабулька, мы все бы уже давно были бы мертвы. Веди себя хорошо. Скоро тебе в школу надо, поэтому двойки будешь получать, собака. Хорошо там учись, мелкий! И по мне главное, не скучай. Я не думал, что будет так сложно прощаться. 2 года. 2 года я жил в этом городе. И все вот так закончится. Ну, зато мы хотя бы победили, да, бабуль? Милок, так будет лучше для всех. За слова просто надо отвечать. Это да, слово дал... За слово надо отвечать. Значит, мое время пришло. Только давай как-то так, чтобы я хотя бы ничего не почувствовал, хорошо? Так, как договаривались. Залезай, милок, туда, в котел. Я ж тебя прошу безболезненно, ты собственно меня хочешь сделать. Ладно, уже как бы уже без разницы. Только давай быстро, не тяни кота за причиндалы. Начинай, все, давай. Милок, ты готов? Ты что у меня тупость такую спрашиваешь? Конечно, не готов. Если бы я мог, я бы всего бы этого избежал. Но как мы договаривались, чтобы все были в безопасности. Все, давай, бабуль, начинай. Только, пожалуйста, только не больно, я тебя прошу. Закрой глаза, больно не будет. Я всего лишь одно зелье кину, и все. Все, давай, закрываю. Начинай. Ну иди открой, что ты на меня стоишь, зыришь, глаза пузыришь. Доставка какая-то пришла, там пенсию принесли. Фух, а я еще пару минут хотя бы поживу. Мелкий! Степа! Я же просил вас сюда не приходить, вы что жопу притащили-то сюда? Ну вы не можете вы окончательно со мной попрощаться, да? Это самое, ты нам же ничего не сказал, что нам с твоими деньгами-то делать. У тебя же в гараже 7 прицепов, забитые золотыми монетами, а? Ну да мне уже какая разница, ну раздай всем в городе, каждой семье. Вот себе и Ритке забери, мелкому на будущее отложи. Он же скоро в школу пойдет, потом в колледж, потом в институт куда-то. Ему нужно на обучение, каждому раздай, мне-то какая разница сейчас. Все, давайте проваливайте. А, все, понял, извини, что побеспокоил. Все, бабулька, давай, продолжай. А, чё? Какие деньги? Какие 7 прицепов? А, так ну заработали за все это время. Мы же очень много видосов наснимали, пока с этим графом Дракулой сражались. Вот 7 прицепов бабла у меня там стаков, наверное, 300 золотых монет. Ну ничего, раздадим всему городу, чтобы никто не бомжевал. Все, давай, бабуль, времени мало. Так, стоп, милок. О деньгах никакого разговора же не было, да? О каких деньгах? Договор был, ты помогаешь кокать Дракулу, потом кокаешь меня. Потому что я закрыл тебя в комнате с Дракулой, и типа бабулька хочет отомстить. Так, ты че все это время молчал, партизан Петрович? А чё я опять сделал не так?
Ну так это же совершенно другой разговор. Половина бабок моя, и мы с тобой в расчете. А что так изначально можно было? А что ты мне ничего не сказала, корга старая? Ну так я как раз на пенсию собиралась уходить. Старенькая же уже, это так кости сыпятся. Так это реально совершенно другой разговор. Да ну нафиг тогда вот этот котел и вот это все. Ну тогда иди сюда за мной. Половину бабок, а вот это, да я тебе все бабки, это мне, нет, все же половину. Половину бабок отдам, зато жизнь себе хотя бы сохраню. И сезон жизни ютубера. Так, мелкий, Степа, сюда, обратно сюда возвращайтесь, не грустите. Я все решил. Половину прицепа в бабульке, и бабулька от нас навсегда отстанет, да? В пенсионет поедешь на старости лет, вот это, здоровечко подлечишь, да? Какой пенсионат нафиг? Я себе дом на Мальдивах куплю, подошу там на старости лет. Ну можно и так, ты же это, бабулька, еще вся в расцвете сил, это, у тебя еще вся жизнь впереди, тебе всего лишь-то сколько, 140 лет, ну? А я уже тут думал, какой тебе гроб на похороны заказывать, а в итоге, ну... Все обошлось.